Более 10 тысяч 11-классников в 2016 году сдадут ЕГЭ. Какие изменения ожидают выпускников, специалисты рассказали на областном родительском собрании. Такое мероприятие прошло в регионе впервые. В формате видеоконференции специалисты Министерства образования ответили на вопросы родителей и учеников. По словам руководителя ведомства, существенных изменений при сдаче госэкзаменов в этом году не будет. Отработанные недочеты выявлены по преобразованиям 2015-го. В прошлом году ответы, вернее, задания с выбором ответов уже были ликвидированы в математике, русском языке, литературе. И в этом году, соответственно, прибавятся еще 4 предмета. Это история, информатика, обществознание и 4-й предмет, география.